Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. В Чите на сцене «Мегаполис спорта» прошел гала-концерт Забайкальской студенческой весны, где были показаны лучшие номера фестиваля 2015 года. Всего в студвесне приняли участие более 400 человек со всего Забайкальского края. Студенческая весна, вот такое звучание, как сегодня она имеет, такое, наверное, вот она приобрела в прошлом году, когда все-таки мы провели студенческую весну в Страншос. Потому что мы отсмотрели очень много коллектив. И, пожалуй, наверное, впервые тогда наши забайкальцы приняли участие. Мы делали презентацию в городе Тольятти во время российской студенческой весны. И тогда мы, наверное, почувствовали такую уверенность, что забайкальское студенчество тоже может что-то, и может не просто что-то, а многое может. Отличием Забайкальской студвесны 2015 года от предыдущих стало наличие большого количества конкурсантов из районов. Для них были подготовлены специальные призы, которые достались ребятам из Первомайского и Огинского. Очень много было номеров, особенно в районах края, когда мы отсматривали, посвященных самому, наверное, замечательному событию в этом году, 70-летию Победы. Вы сегодня видели, наверное, трио, которое, да, сами написали авторскую песню вот, в стиле рэп. Это очень так для молодежи. Видели, как тоже зал зажег. Наши люди не сдаются без боя, в каждом человеке есть детишка героя. Никто не забыт, ничто не забыт, да на каждом поле боя все кровью. Спасибо вам, низкий поклон, спасибо, что фашист был в армии сражен. Вот я сегодня стояла на входе, и шли родители, и бабушки, и дедушки. Спасибо вам за ваших детей. Давайте еще поаплодируем. В итоге гран-при и поездка на заключительный этап Всероссийской студвесны, который пройдет в Владивостоке летом, достались эстрадной группе «Ультра» из АБГУ. Мы безумно довольны, просто переполняют эмоции, и слов найти трудно слова, правда трудно. Кроме того, первое место в номинации «Эстрадный вокал-ансамбль» получила группа «Boys Band». В номинации «Авторская песня» победителем стала Екатерина Петрова. В народный танец-ансамбль победу одержал хореографический ансамбль «Фиеста» из «Наркоза». В номинации «Оригинальный жанр» победил Жамбал Дамбаев из Огинского, который представил номер танцующего робота. В номинации «Эстрадный вокал соло» первое место занял Александр Белоусов из Читинского техникума железнодорожного транспорта. Первыми в народном вокале стал дуэт Елены Черковой и Екатерины Недорезовой из АБГУ. Победителем номинации «Эстрадный танец» ансамбль стала сборная вузов «Джокер», а в номинации «Вокал соло» победу одержала Лилия Джантон из АБГУ. Анастасия Дрёмова, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.